Добрый день, приветствуем вас. Программа «Союз нерушимый». Сегодня пятница, 13, между прочим, еще раз напоминаю. 13.06 на часах. Ну и в качестве ведущих программа «Союз нерушимый» я, Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. А что, Володя, вот тебя пугает 13 число? Я вот ехал в машине и слушал, как вы с Николаем Голиковым, с Николаем говорили про 13 число, что это вот такое вот... Там число. Но есть вот такое пятница. Суеверие такое, ну, есть. Ну, что-то же, что-то, не у православных нету случиться. Такого. Это да. Откуда-то с Запада пришло. А у мусульман вообще пятница праздник. Да, каждую пятницу. Так что служба, мечеть. Сегодня, так что мы будем говорить, сегодня пятница. Угу. Замечательный день. Замечательный светлый день. Весенний. Бог во всем нам будет помогать. Да. И все будет отлично. Видишь, какой день сегодня? Солнце свечит, тепло. Да, действительно. И ребята сегодня у нас такие светлые. Да, в гостях, сейчас мы их будем представлять, но у нас сегодня такой насыщенный эфир очень. Мы про музыку сегодня поговорили и про весеннее благоустройство и уборку нашего города, а теперь мы в спорт. Да, в спорт. Окунаемся с головой, причем в спорт, ну, по оценке многих, достаточно такой жестокий. Ну, дружная группа бойцов или борцов, но и на одно и то же. И то, и другое. Бойцы, и бойцов, и борцов, да, вот и уже боксер. У нас. Тимур уже включается. Ну, давай сразу представим, да, наших гостей. Да, ну, мы сегодня будем говорить о каком спорте? Мы сегодня будем говорить о смешанном боевом искусстве, да? Мы все прекрасно знаем аббревиатуру ММА. Да. Собственно, это английская аббревиатура, можно там посмотреть, как она переводится. Ну, смешанное боевое искусство. И этот вид спорта в нашем городе активно развивается, проходят чемпионаты, есть федерация ММА Кировской области. Вот Егора Братухина как раз хочу представить. Это исполнительный директор федерации ММА Кировской области. Добрый день, Егор. Здравствуйте. Роберт Гасымов. Добрый день. Сейчас каждый из ребят сам представится, расскажет о себе. Абубакр Раджабов. Здравствуйте. Добрый день. И Тимур Гулямов. Здравствуйте. Вот. Великолепная четверка и вратарь. Великолепная четверка. Да. Ребята, у нас, наверное, видно, так сказать, камеру, кто будет смотреть или смотрит. Видеозапись потом эфира. Очень приятно посмотреть. Сразу чувствуешь себя так, ну как это... Приосаниться. Да, хочется поправиться. Да. Ну, сегодня у нас группа наших борцов, бойцов, скажем так, да, ММА. Я хотел бы первый вопрос сразу Егору Братухину задать. Собственно, как ММА представлено в настоящее время в нашем городе? Сколько ребят этим занимаются? Какие турниры проходят, в общем? И когда вообще подъем начался, да, такой в Кировской области? Ликбез такой, давайте проведем. Ну, примерно уже в течение 5 лет мы развиваем федерацию. То есть вначале были... А что было, вот В основе? Самый первый турнир у нас проходил в спорткомплексе «Прогресс». Еще тогда это было практически никому не известно, что это к чему. Просто все знали, что такое ММА, но никто толком это не видел. То есть видели только по телевизору. А что такое ММА? Делай все, что хочешь, соперник. Нет, ММА это, во-первых, в первую очередь это вид спорта. Это не бои без правил, как многие. Вот это важно, когда. Да, об этом думают. То есть ММА сейчас он в реестре спортивных. Ну, как сказать, не программа, а, скорее всего, ну, он в реестре... Официальных видов спорта. Официальных видов спорта, да, спасибо. Да. Это в первую очередь, потому что ошибочно, еще раз повторюсь, многие считают это бои без правил, но это совершенно другое. Здесь есть правила, здесь есть все четко, ясно и понятно. Ну, соответственно, начали развивать ММА с малого, и сейчас уже у нас... Точное количество, не могу сказать какое, но очень много людей, ребят, да и несколько девушек даже занимаются ММА, то есть в различных клубах, не только там, в каких-то специализированных. Поэтому мы стараемся по соревнованиям, проводятся и городские соревнования, и областные. А межрегиональном уровне? Межрегионального, то есть проходил округ у нас в Кирове в 2015 году. Приволжский федеральный. Да, проходил. Сейчас... Прошла финалы области у нас были, ну и область, соответственно, в феврале месяце. Ну и, в принципе... Соревнования по Кировской области. Ну, по ММА в Кировской области, да, конечно. А что значит финал? Финал области, то есть, ну, ребята выходят в турнирная сетка, если кто выходит в финал, те... Ну, то есть и турнир, и финал у нас был в Кировской области, конечно, у нас области, был, да? Турниры с грандиозными финалами. Ну, у нас много чемпионов.
То есть по весовым категориям. Да, есть вот Роберт, здесь... допустим, есть Тимур, ага. есть Абубакр. То есть все как минимум, да. Чемпионы. Да, как минимум. Ну, в разных весовых категориях. Поправь сразу, Володя. Ага. Вы тут с чемпионами общаемся, да. Оказывается, не просто так. Не, я тут до эфира просто ребятам сказал, чтобы как-то поближе быть к спорту. Я говорю, волейболом занимался. Это вот сказал скромно. Хоть какое-то отношение имел к спорту, да. Ну, а вот Володя вначале сказал, что ММА это вот такой, многие думают, что жестокий такой вид спорта. Ну, это, мне кажется, это предрассудки. Ну, по статистике, в принципе, футбол даже более травматичный, чем ММА. Ну, вот мне-то иногда кажется, я когда смотрю, я, правда, по телевизору смотрю, ну, редко очень, не знаю, один или два раза смотрел как бы вживую, но очень красивый вид спорта. Мужской вид спорта. Да, очень красивый. Вы сказали, что девушки тоже, конечно. И самое-то интересное, что вот они ничего не говорят, но своими действиями показывают, что такое быть мужчиной по-настоящему. Mm-hmm. Потому что вот я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы бойцы ММА там пинали своего или там били своего соперника, который ну, практически уже ну, как бы находится близко к отключке там, да? То есть, чтобы его вот в этот момент, когда он беззащитен, там, бил, ну вот, мне кажется, судья останавливает, и бойцы не очень стремятся добивать там уже. Ну, это в первую очередь взаимное уважение. Вот видите, вот, то есть... Есть ценности, которые воспитывают. Ну, раз уж вы затронули, затронули. А вот поясните, где предел, когда все, контакт с соперником надо останавливать? Это есть рефери. Рефери, да? Конечно, это конечно, рефери да. решает. Ну и, соответственно, еще раз повторюсь, что это взаимное уважение. Угу. Когда ты понимаешь то, что уже ты выигрываешь, ты не будешь до конца делать там либо болевой прием, либо удушающий, либо там бить его по голове. Когда руками. Он уже... Да, да, когда он беззащитный, то есть, ну... Это же все равно это воспитание в первую очередь, это дисциплина, это самообразование какое-то, наверное. Угу. То есть это внутреннее состояние бойца, конечно. Как бы, который. Я считаю, даже не только бойца, а мужчины. То есть это должно быть в каждом. То есть каждый мужчина должен именно так себя вести. Давайте переходить к чемпионам нашим. К чемпионам Роберт Гасымов, да. Действующий боец ММА. Роберт, самый короткий поединок на ринге у вас. Когда вы победили? 13 секунд. 13 секунд? Да. Это зарядил в репу и все. Я больше стараюсь делать акцент на борьбу. Ну, там на удушающий поймал быстро. Ну, то есть у тебя, ты борец еще ко всему прочему, ты занимался раньше каким видом? Да, я борьбой у меня. Какой? Основа борьба. Основа борьба. Да. Классика, да? С 9 лет я занимался. 94? Да, начинал там, 64. Потом школа высшего спортивного мастерства. Сейчас в данный момент вес в дюшоре числюсь. Угу. Вот тренер Герасимов у меня. Угу. ММА мне больше как бы даже заинтересовал после того, как ну, федерация сама появилась в Кирове. 5 лет назад, да, Егор сказал? Да, 5 лет назад. Вот. И у меня друг Женя Высотин, у него папа как бы эту федерацию создал изначально, начал создавать вот, и начал тренировать. Ну и, конечно, как бы общие знакомые, мы стали заинтересовываться этим, по телевизору видели тоже это все. Начали ходить к нему тренироваться. В итоге тоже вот на первых соревнованиях, как раз Егор говорил, то, что были в прогрессе, мы уже там участвовали на этих соревнованиях. Вот, и потом как-то это все пошло, стали заниматься, потом я в армию еще ходил, там тоже в дальнейшем мне это помогло, я попал. Ну-ка, здесь поподробнее, как это в армии помогло? В армии мне помогло в том плане, как бы у меня вообще борьба изначально была, до этого я занимался борьбой, потом начал заниматься смешанными боевыми единоборствами, как бы там руки, ноги тоже. Подключать начал. Вот. Ну, я так думаю, в армии Роберт дедушкам дал сразу понять, что с ним водиться. Я тоже так думаю, да. Я стараюсь больше объяснять, нежели там как-то... Переходить уже на физический контакт. Физический, вот. Как бы меня тренер этому приучил, родители. Вот, в армии я уже начал заниматься, попал в сборную армейским рукопашным боем. Довольно очень успешно выступал. На многие соревнования ездил, там международные, и бился
внутри полка и внутри дивизии. Угу. Ездил на чемпионат ВДВ, на чемпионат вооруженных сил. О, кстати, войска-то какие были? Воздушно-десантные войска, да. Понятно. Вот. Можно было не спрашивать. Второй август. Слушай, ну а сколько надо времени, чтобы тебя вывести из терпения? Вот ты говоришь, что я пытаюсь объяснить. Вот сколько раз ты готов объяснить, как бы вот. Или это зависит от того, кто перед тобой, как бы. Ну, у меня хотя кровь горячая, но я очень спокойный. Меня могут вывести только близкие мои люди. Вот, потому что они, наверное, умеют это делать. Знают какие-то нити, да, какие-то да, подходы нити, особенные. Подтянуть. Ага. А так я спокойный, меня все знают очень такого спокойного парня. Ну, это признак как бы мудрости. А что, да. Что про кровь, как бы вот? Что-то про горячую кровь сказал, да. Ну, у нас же передача это «Союз нерушимый», да, межнациональная. Ну, у меня отец живет в Азербайджане. Вот. Как бы я, как сказать, гости к нему ездят. Наполовину. Гости, да, езжу к нему. Да, у меня дедушка иранец, бабушка азербайджанка, мама у меня русская. Вот, отец приехал сюда давно-давно, еще в 90-е годы. Как бы встретил у меня маму. Они начали вместе там, ну, встречаться. Ну, семья. Да, семью построили, как бы вместе жили довольный период жизни. Вот потом, ну, по каким-то причинам пришлось уехать отсюда. Ну, мы потом с ним увиделись. Я его сам нашел спустя 15 лет, на самом деле. Да ладно. Да, вот. То есть все-таки была тяга, да? Да. Того, ну, разыскать. Это у меня друзья больше. Вот мои как раз кавказские друзья с горячего Дагестана мне, как сказать, сказали это сделать. Я нашел своего папу. Вот мы с ним сейчас общаемся, поддерживаем связь. Вот. И здесь у него друзей тоже достаточно много, как бы. Ты сколько раз в Азербайджане был? Я два раза был уже там. Да. Вот за последние 4-5 лет. Да, да, да. Вот. Сейчас тоже летом собираюсь ехать уже. Ну, правильно, отдыхать-то сейчас надо. Да, там ну, прекрасно, очень красиво. А тяга к спорту, Роберт, откуда она изначально? Вот просто привели в борьбу или самому хотелось? Она с детства у меня. Я не знаю, как родился, прям у меня энергии много всегда было. Вот. И постоянно, ну, я в детстве вообще как бы такой немножко проблематичный ребенок был. Постоянно дрался, вот, плохо себя вел. А потом, когда пошел в спорт, начал заниматься серьезно, я стал очень дисциплинированным. И уже все это на задний план ушло, и очень спокойным стал. Потому что, ну, видимо, уверенность в себе, когда появляется у человека, он становится более таким спокойным, рассудительным. Вот. У меня как бы... Много мне спорт дал, на самом деле. А силовая когда подготовка началась? Железо просто, я смотрю на рельефы. Силовая подготовка у меня началась как раз где-то после... В 9 лет, получается, пошел борьбой заниматься. После этого я двух тренеров поменял, и потом вот третий тренер у меня был, Анатолий Степанович Кузьминых. Вот. Мы уже с ним начали железом заниматься. Первое, там, помню свое упражнение, это я гирями начал заниматься, ходить. Как бы это вообще со стороны было очень так смешно, но я верил в себя, стремился. И тренер меня как бы очень так усердно тренировал. Даже не в плане там каком-то вот именно борьбы, он меня именно и в плане там каких-то, ну, какого-то общения вообще. Какая-то еще духовная составляющая какая-то еще. Тренировал, вот, много мне дал. Потому что любой силой нужно пользоваться аккуратно, да? Ну, вот он правильно сказал, нужно ли иногда как бы, нужно ли силой-то пользоваться? Да. Может быть, достаточно словом, да? Ну что, тогда... Нет, я хочу еще, Роберта, спросить, звания какие-то действующие, вот, что выигрывали, да, какие турниры? Вот последнее, вот как раз мы выиграли... Чемпион Кировской области? Да, чемпионат Кировской области по ММА. В своей весовой категории. В прошлом году... Сколько у тебя? Какая категория у тебя? У меня 84 категория. Прилично. Ну, как нормально себя чувствую в ней. Вот. А так, мастер спорта по греко-римской борьбе. Мастер спорта. Да, кандидат в мастера спорта по ММА. Вот. Ну, там...
дальнейшее уже там впереди все. Я думаю, и мастером стану. Сколько тебе лет? Мне 23. 23. Конечно, все. Ну, все еще в перспективе и российский уровень, и международный уровень, да, есть такие планы? Дай бог, как бы, просто уже возраст такой, то, что надо, как бы, ну, и себя тоже содержать. Если как бы будет возможность какого-то спонсирования, конечно. Будем показывать результат, потому что как бы я в этом будет уверен. Результат, там уже и спонсора можно. Ну, да, согласен я с вами. Егор, исполнительный директор Федерации ММА, напомню, вообще вот в целом у нас перспективные ребята, которые занимаются вполне смешанными. Вполне. Да? Да. Вполне. То есть могут на более высокий даже уровень. На уровне выходить. Поволжья, в принципе, я считаю, что мы вполне конкурентоспособны, даже по России. Все дело лишь в желании заниматься и выигрывать. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто некоторые иногда бывают первые, там, вторые, третьи соревнования, они проигрывают. И после этого они такие, ну все, я больше не буду заниматься. Надо идти к цели. Если есть цель, если есть желание, это в первую очередь главное. Насколько важны деньги? Не могу не спросить. Вот я тоже хотел говорить. Я не скажу, что они на первом месте, но и не на последнем. То есть, в любом случае, подготовка спортсмена – это спортивное питание, это тренера, это какие-то там, допустим, бассейн, ну, предположим, да, это все равно, это никто этого бесплатно не дает, и поэтому, ну, они не на последнем, но и не на первом, еще раз повторюсь. Ну, они важны. Что-то среднее. А в турнирах какой-то призовой фонд есть у нас в Кирове? Или просто за титул эта борьба? Если это профессиональные поединки, то там, да, есть какие-то… Ну, вот на чемпионате Кировской области был приз? Именно на чемпионате не было. Не было. Были именно вот в феврале, когда соревнования, уже когда были соревновать, профессиональные бои, тогда да, там уже были, призовой фонд был. На области этого, к сожалению, пока что нет. Финансирование, к сожалению, у нас в федерации очень скудное. Ну, то есть тут надо, в общем, получается, все равно надо со спонсорами. Да, тут либо спонсоров, потому что, ну, область и город не выделяют тех средств, которые бы мы, на которые мы хотя бы рассчитывали. Ладно, хотелось бы сказать, но не будем на политику переходить. Да, согласен с вами. Кстати, у меня внезапный вопрос. Вы между собой на ринге встречались? Нет. Не было? Не было. Хорошо, давайте к Тимуру перейдем. Тимур, пожалуйста, к микрофону. Тимур Гулямов, тоже боец ММА. Да, у вас тоже иранские корни, вы сказали, да, до начала программы. Так, ну с чего хотелось начать? Ну, собственно, по примеру Роберта, да, как вы пришли в этот спорт? Ну, у любого, получается, такого пути корни в детстве. А в детстве, как и Роберт, я заметил, что энергии просто неимоверное количество, и у энергии самый простой выход – это негативный. То есть достаточно сложно в позитивное русло направить свою энергию, допустим, в какое-то творчество, или часами рисовать, или петь стихи. То есть проще или всего… землю копать лопатой. То есть, да? Ну, был огород, там, 15-20 соток, меня туда родственники отправляли копать, но после того, как я копал этот огород, все равно хотелось там с кем-то подуреть, попрыгать с высоты в воду, а с кем-то подраться… Кто-то получал, от кого-то получал. А потом мои друзья начали, я, получается, родился в деревне. Мои друзья ходили в Новоавиатск на борьбу греко-римскую, на классическую борьбу. Mm-hmm. Тоже, значит, начался. Да. Это тоже подразделение, идёт 4, кстати, в Новоавиатске, наверное, да. Да, то есть я начал ходить туда, а там же я пересекся, ну, я начал заниматься борьбой. Разумеется, ты начинаешь заниматься борьбой, и первое время ты думаешь, что борьба – это все самое лучшее, как и боксеры, когда начинают заниматься боксом, они думают, что бокс – это все самое крутое. А потом соседняя секция, это были боксеры. У нас там игра есть такая мультиформатная, регби. То есть вам дают мяч, и вы друг у друга отобираете, гоните его до какой-то базы. И я там понял, что если отобираешь мяч у боксера, то от него что-то может прилететь. И боксеры тоже понимали, что если он мяч от тебя отоберет, то он может куда-то полететь. То есть там я увидел то, что помимо борцовской дисциплины есть еще эффективная дисциплина, это бокс. А, кстати, если и боксеры, и борца на ринг вывести против друг друга, кто победит? Или это нелепый вопрос? Все зависит от уровня, и знаете, вот я сторонник чего? То есть важно не совсем стиль, а носитель этого стиля, потому что человек, исходя из своей внутренней психологии, настроя, способен на разные вещи. Поэтому мне, когда я вижу человека, допустим, я еще тренерством занимаюсь, да, и я смотрю на ребят, ребята могут заниматься разным количеством даже лет в единоборствах, да, но парень может прийти, к примеру, там, в 30 лет, и там через полгода или через
через год уже добиться каких-то даже спортивных результатов, просто потому что у него он очень сильно психологически, ментально сфокусирован на результате. А есть ребята, кто занимается годами, они на результате не сфокусированы. То есть все дело во внутренней психологии. Ну вот, получается, потом я из Новоавятска, из деревни, и из Новоавятска переехал в Киров, ну, потому что поступил в техникум. В Кирове уже был рукопашный бой, получается, в Новоавятске его не было, в Кирове был. А это где? Мы занимались, я даже не смогу назвать это место, там условно, как я столкнулся с этим, с рукопашным боем. Это частная секция? Это была частная секция, частная. Там человек преподавал, я даже фамилию его не помню, потому что там совсем юные были, а там был полуподвальный зал, а-ля бомбоубежище. Мы туда спускались, он нас тренировал, он наставлял, он давал нам тоже какие-то моральные ценности, объяснял то, что на улице драться нельзя, объяснял то, что мужчина в обязаловку, он должен быть сильным, и, во-первых, должен быть несгибаемый характер и спокойствие, потому что... Хороший мужчина попался, да. А, во-первых, конфликты начинаются за счет какой-то эмоциональной нестабильности, то есть человек с тобой конфликтует и пытается надавить на то, чтобы ты начал на него кричать в ответ или переходить на личности. Ну, и потом, получается, через рукопашный бой... Мне стало интересовать это гораздо глубже, и получается то, что увидел, что есть такое еще смешанное боевое единоборство, которое сфокусировано не только на элементах стойки, потому что в рукопашном бою это работа в стойке, перевод в партер, потом поднимает очень быстро вверх. А в миксе можно начинать бой от начала и до конца. Если брать какое-то понимание именно мужское, когда начинается схватка спортивная, да, то когда вы упали вниз, внизу хочется еще соперничать. То есть тебя уронили или ты кого-то уронил, хочется продолжать схватку, да? И как раз обратил внимание, что в миксе не останавливает схватку до тех пор, пока победитель именно в прямом смысле слова за явным преимуществом не победил. То есть мне вот это понравилось, я начал вот этим заниматься, и таким образом я прошел смешанное боевое единоборство. К слову говоря, не так давно Федерация ММА меня приняли как одного функционера, стал спортивно-техническим руководителем Федерации. Чуть-чуть помогаю там посильным образом Егору и команде, которая существует там. Титулы? Существующие. А титулы также получаются с недавних времен. Кандидат мастера спорта по ММА и синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Если надо, могу рассказать об этом. Не надо об этом рассказывать, лучше бы станцуешь как-нибудь. Любопытно бы, конечно, посмотреть. Покажешь, да. Это посмотреть всегда, рассказывать это, посмотреть это всегда. Это правда не совсем танец, это капуэра, может быть, больше танец, да. Хотя это в нем тоже есть элементы. Прям, который можно оттуда взять. Кстати, бойцы ММА из КПР некоторые элементы для себя берут. Ага. У меня, допустим, друг преподает КПР. Ага. Очень интересная вещь. Ага. Бразильское джиу-джитсу – это борьба в партере, в кимоно, и там фокусировка на то, чтобы победить именно досрочно. То есть либо выполнить удушающий, либо болевой прием. Допустим, на Западе бразильское джиу-джитсу – одно из базовых видов единоборства для того, кто готовится выступать по ММА. Стивен Сигал, джиу-джитсу? Айкидо. Айкидо. Простите, я что-то вспоминаю. Подожди, а в какой деревне ты родился? Деревня Шутовщина, Новоавятский район. Понятно. Понятно. Да. А почему ты говорил, что у тебя вот тоже иранские крови там? Откуда у тебя? Отец, получается, он у нас по паспорту узбек из Узбекистана. То есть он мне рассказывал о том, что есть определенные корни. Он здесь живет с вами? Нет. Он жив, здоров, все с ним хорошо. Он живет в Сочи. А там еще лучше. Не то, что... у него все более чем хорошо. Мы также, вот как Роберт со своим отцом, мы поддерживаем связь. Родители у нас, получается, в разводе. Но с ним, получается, в более зрелом возрасте мы наладили дружеские отношения. Так, все-таки не остановимся на этом. Так почему иранский такой узбек, а у него... Кто-то там... Какую историю он мне рассказал. Там, допустим, в Самарканде есть такие районы, где есть, грубо говоря, иранцы, у которых в приоритете не перемешиваются с другими нациями. Грубо говоря, целые райончики. Mm-hmm. Он рассказал, что он, проще говоря, оттуда. И тогда было время... условно Советского Союза, где можно было куда угодно и как угодно выезжать, строительные отряды. И таким образом он оказался здесь. У меня мать работала в Доме культуры библиотекарем. Он увидел, что русские женщины очень красивые. И таким образом семья завязалась. У меня три старших сестры, я четвертый.
Так, вот понимаешь, такая, да, большая семья с большой историей. Да. Красиво. Трое сестер. Кто спорит? Сейчас вообще весна, апреля, опасно выходить на улицу. Можно засмотреться и упасть, не знаю, в открытый люк. Жениться еще один раз. Какая наша земля вятская, какая богатая. Ты видишь, вот сколько тут, понимаешь, талантливых людей. Нам пора сделать небольшую рекламную паузу. Середина часа, мы скоро продолжим. Союз нерушимый. Спортивный союз нерушимый. ММА объединяет со знаком восклицания участие в смешанных боевых искусствах спортсменов, представителей разных национальностей. И сегодня у нас в гостях Егор Братухин, исполнительный директор Федерации ММА Кировской области. И, кстати, я хочу, чтобы мы все его поздравили. У него сегодня день рождения. Признался-таки, что вот у нас все-таки еще и не просто там праздник пятница, да? У нас еще и сегодня персональный праздник. Егор, мы тебя все от всей души поздравляем. Желаем тебе и Федерации много-много успехов, чтобы спонсоров там было не отбиться и денег, и спортсменов, и чемпионы России, и мира, и кого хотите. Спасибо. Чтобы все у вас было. Роберт Гасымов, значит, мастер спорта по греко-римской борьбе, кандидат мастера спорта по ММА, чемпион Кировской области, спортсмен, желающий достичь больших успехов, как и все остальные. Егор Братухин, Тимур Гулямов, боец ММА, значит, тоже у нас чемпион Кировской области и тоже кандидат мастера спорта по ММА. И тоже, я думаю, что перспективный поднимет спортсмен, знамя Кировской области на каком-нибудь супер-мировом профессиональном турнире. И Абубакар Раджабов, и сейчас мы перейдем к нему, тоже боец ММА, тоже, я думаю, что чемпион Кировской области. Чемпион? Нет, Кировской области нет. Не успел? Не получалось выигрывать, да. Так, а чемпион чего? Ну, я победитель Кубка России по ушу саньда. Еще раз? Ушу саньда. Ушу саньда. Также серебряный призер чемпионата России. Победитель Приволжского федерального округа по панкратиону. Это что такое? Я вообще не знаю. Призер округа по ММА. То есть, финалист. Вот так скромно о своих заслугах, да? Победитель Черноморского флота по армейскому рукопашному бою среди химвойск. Тоже чемпион по армейскому. Это во время службы, видимо. Да, это все во время службы. А спортивное у тебя есть как бы звание? Ну, по всем, по этим видам спорта, по которым я выступал, я кандидат. Кандидат. КМС везде, да? Один раз мы посылали документы на присвоение мастера спорта, но они так и не пришли. То есть ни отказ, ни... Связаться, спросить, а где мы, собственно, посылали? Мы пытались связаться. Скорее всего, были документы затерянные. И срок уже вышел этих соревнований, поэтому... То есть нужно еще побеждать и снова, снова заявляться? Да, снова заявляться. А снова? С чего начинали? Начал я с ушу саньда, да. В каком возрасте? В возрасте 13 лет. Здесь? Нет, в Нолинске, в Кировской области. Ты родился городе в Нолинске? Нет, я родился в городе Нурек. Республики Таджикистан. Ага. Отец у меня таджик, а мама наполовину узбечка, наполовину киргизская. Также у отца замысловато, да. Тоже иранские корни. Угу. Короче говоря, у нас здесь трое. Так кого, Егор, ты сегодня привел? Да. Ну что, значит... 13 лет ушу и дальше. А в Нолинске как ты оказался? Переехали жить... Родители? Да, родители. Мы вместе с семьей сначала жили в Москве, потом переехали в город Нолинск. Там жил старший брат моей матери. Там мы обосновались, в принципе. Все один в семье или нет? Нет, я четвертый ребенок. Старший брат и две сестры. Старший брат и две сестры. Да. И прямо в Нолинске вот была возможность заняться ушу? Да, была возможность заняться. Mm-hmm. То есть он единственный был тренер, по единоборствам, который, причем... На хорошем уровне тренировал, да. То талантливый есть не было человек. Ни борьбы, ни бокса? Нет, ничего не было. Ушу. Только в Нолинске только горные лыжи, потом легкая атлетика, и вот ушу саньда было, да. Но параллельно мы выступали и по рукопашному бою, и по армейскому рукопашному бою, в дальнейшем кикбоксингу, там, грэплингу, панкратиону. То есть много видов спорта. Панкратион это то же самое ММА, только без добиваний.
То есть добивать в партере нельзя, но практически все то же самое. На борьбу в партере отдается большое количество времени. Так что мы пытались перейти на этот вид спорта, но не получилось. Короче. И попыток больше не будет? Нет, на чемпионат России я не поехал, так как мы решили, что не будем дальше продолжать выступать по панкратиону и все. Ну, тем более ММА теперь у тебя. Да, тем более ММА. Ну, ММА сразу привлекло мой взгляд, взгляд моего тренера, да. Сколько уже в ММА именно? Ну, с первого турнира. На первом турнире я уже выступал здесь. Тоже 5 лет получается. Да, то есть я с самого первого турнира, правда, всегда заканчивался для меня плачевно, я проигрывал. Единственный турнир в области, который я выиграл по ММА, это была битва на Вятке, когда приезжал Монсон. Ага. Джефф Монсон, да. Вот тот турнир я выиграл. А остальные области я всегда проигрывал. Ну, так получалось. Моя основная, конечно, тактика работы ударной техникой, поэтому много борцов меня брали. Да, если борцу ты попался, все. Да, душа, ну, сложно с борцами, еще, конечно. Еще, да. В дальнейшем я стал просто этот аспект подтягивать, стараться не давать себя забороть и работать также в своем стиле, в стойке. А, кстати, я вспомнил, как-то у меня есть товарищ, он занимался борьбой, как-то много лет назад, что-то мы с ним разговорились, я говорю, ну вот то, что вас спрашивал, да, кто победит там, борец победит боксера, ну или человека, владеющего, да, там, техникой боя, руками, ногами. Он сказал, конечно, боец. Я говорю, да нет, я тебя на подходе еще остановлю. И тут он как-то извернулся и положил меня на землю, и все. Борец победил. Ну, это так. Ну, конечно, мне кажется, что все-таки, как и Тимур говорил, да, все зависит от степени мастерства определенного человека, да. То есть кто-то может использовать руки и так грамотно, что его и не забороть. И также борец может так грамотно защищаться от ударов, что может прийти из соперника, ударника очень легко. А планы участвовать дальше, там, выходить на более какие-то высокие уровни? Турниры, конечно. Турниры? Ну, я так-то не особо люблю говорить о своих планах на будущее. Ну, буду стараться выступать следить, дальше. Да. Конечно, хочется больше профессиональных поединков. Вот я один провел 25 февраля, одержал победу. 11 мая тоже буду участвовать. И тоже в Кирове будет? Да, тоже в Кирове будет. Надеюсь, что все для меня пройдет. А хорошо. В Кирове-то вы... Вот сейчас-то вы в Кирове живете и занимаетесь? Да, сейчас я в Кирове живу уже около 2 лет. А семья там? Нет, семья... Ну, родители живут со мной. Точнее, я с ними. Ага, здесь, в Кирове. Да. А братья, брат сестры, женился, Налиц... сестры замуж вышли. Конечно, у них куча детей. Они все... Тебе сколько лет? Мне 25. Не женаты? Нет, и пока... Пока рано. Пока спорт. Пока спорт, да. Пока спорт. А как, вот, Егор, хочу спросить, исполнительного директора, как, не знаю, вы участвуете в турнирах, которые за пределами Кировской области проходят? Вот становится известно, что будет проходить какой-то турнир по ММА. Можно, как туда можно попасть? Ну, что? Давайте я немножечко прорекламирую. Как 11 мая у нас будет турнир в Гауди. Что Роберт, что Абубакр будут там выступать уже по профессиональным правилам. Я думаю, сейчас они готовятся. То есть это официальное, зарегистрированное спортивное мероприятие? Да, это мероприятие. Вот первое у нас было в феврале месяце, сейчас у нас будет 11 мая. Что значит по профессиональным правилам? Немножечко отличаются правила, то есть там меньше защитной экипировки, более длительные раунды. То есть там, если у любителей это 2 раунда по 5 минут, у профессионалов это 3 раунда по 5 минут. То есть пожестче так вот? Да, немножечко пожестче, да, то есть, ну и немножечко поинтереснее для зрителя. Ну и, соответственно, это уже будет рейтинговые бои, которые не только там по России, а уже по всему миру заноситься будут на сайты. То есть и любой желающий может посмотреть профессиональный рекорд, что Абубакра, что Роберта. Ну вот мы стараемся, в принципе, развивать это. Собираем, ну, конечно, все, наверное, площадки, на которых были у нас соревнования, полностью они битком забиты. Ну, мы стараемся как-то развивать. Ну и ответить Владимиру, да, мы стараемся бойцов, будем стараться, как минимум, выдвигать на какие-то более масштабные турниры. И за Кировскую область, и даже за округ, наверное. То есть на всероссийские. А само по себе выдвижение бойца на турниры, оно требует каких-то средств?
Все требует средств. Взнос нужен какой-то. Все везде требует средств. Давайте, ну, мы в 21 веке живем, будем скромничать. Все требует средств. Любые спортивные даже мероприятия не требуют какой-то финансовой составляющей. Взнос какой-то и что-то такое. Так, конечно. И большие это суммы вообще. Я не буду озвучивать. Из политических соображений. Ясно. Спонсорам это не тяжело будет? Спонсорам? Ну, смотря каким. Нет, бывают крупные компании, да, которых обращаешься. Ну, не то, что за помощью, а присылаешь им коммерческое предложение. Мы же не требуем с них денег. Угу. Мы им предоставляем рекламу. Да, прорекламировать, чтобы им организацию. Большинство отказывается. Бывают вот компании, на которых вообще не рассчитываешь, а они прям вот они фанаты бывают, да, в компании, там, директора, там, какие-то исполнительные директора. Они помогают, да. Сами по себе, не от компании. Ну, кто ведь чем... Кому-то интересен футбол, кому-то там ММА, кому-то водное поло. Вот Володе волейбол, наверное. Ну, это ведь главный спорт. Вот. Ну, пока что планы, конечно, грандиозные, но стараемся осуществлять их потихонечку, помаленечку. Сотрудничество с федерациями других регионов? Конечно, оно в любом случае. В чем заключается? В обмен опытом, как минимум. Обмен опытом, обмен бойцами. То есть на турнире 25 февраля, по-моему, да, у нас был. С Йошкар-Олы были, с Нижнего Новгорода соперники нашим кировским бойцам. Вот на 11 мая тоже пока что буду держать в секрете, но планируются тоже привозы бойцов из других регионов. Как настраиваетесь на бой? Так, несколько слов. Роберт. Как настраиваться? Как настроиться на бой? Идете в кафе, покупаете кальян. Не курю кальян. Как настраиваюсь? Тренируюсь больше соперника. Вот так настраиваюсь. Знаю то, что... Ну, может, это секрет, Володя, ты спрашиваешь. Нет, я имею в виду, может, как-то вот... Что внутри нужно? Какое зерно нужно? Как себя морально... Спокойствие, концентрация. Спокойствие? Да. Знание того, что ты на тренировке, там, дома все делаешь как надо. Ну, смотрите, вот сейчас будет у вас 3 раунда. Угу. Это ведь значительно больше. Это, ну, это будет требовать значительно больше выносливости от вас. То есть, и причем, ну, как правило, как бы, вроде как и в начале нельзя, как бы, чтобы тебя побили, и в конце нужно, наверное, самое ответственное, как бы, да? Нет, ну я это все прекрасно понимаю. Вот, как бы я буду готовиться под бойца, мы как бы все равно знаем, кто, с кем мы будем драться. Это профессионально, потому что... Один бой будет, да? Один бой будет, да. Я как бы все буду рассчитывать, конечно, высчитывать. Там помощь тренера еще будет, естественно. Я думаю, помощь тренера и мои усилия... Ну, там во время поединка тренер может подсказывать, да? Там, ну, давай, конечно, там, конечно, справа, может. А кто у тебя тренер? У меня... Кто подсказывает будет? Кто секундант у тебя? Или как она там называется? Ну, секундант у меня в основном вот Абубакар. Да. Или мой друг, у меня есть тоже, он занимался рукопашным боем, Ниджат, его зовут. А так тренер, ну, у меня как такового тренера в принципе нет. У меня, я занимаюсь и боксом, и борьбой, и ударной техникой у разных тренеров. Ну, понятно. Вот, чего нужно, идешь, принципе, к специалисту и спрашиваешь. Больше всего мне подсказывает Александр Высотин, он вице-президент Федерации ММА. Вот. Как бы у него в зале я больше и тренируюсь, и сам тренирую там. Вот, ребят. Как бы... У нас, ну, что, подходит, да, к завершению нашей беседы. Можно было еще продолжать, много вопросов, да, конечно. Пожелаем успехов и удачи. И будем надеяться, что вам всем поможет Вятская земля и ваши корни. И азербайджанские, и иранские, и таджикские, и узбекские, и киргизские, с учетом того, что вот настолько, как бы, ваши корни широко, как это сказать, как дерево, да, вот такие, да, как дерево, раздвинулись, вы так или иначе, 11 мая мы все будем за вас болеть. Я 11 мая. Приходите. Я 11 мая собираюсь прийти, посмотреть. Ну, это, видимо, мероприятие все-таки для взрослых, 18+. Да, да, конечно. Да, конечно. Да. И будем за вас болеть. Так что давайте мы за вас, как бы, кулаки тоже будем держать. Да, и, Егор, последний вопрос. Вот если кто-то сейчас из наших слушателей так призадумался, а не пойти ли заняться ММА, куда можно обращаться? Федерация?
Можно обратиться через соцсети. Ага. Есть очень много просто, залов. Да. Как у Тимура есть собственный зал, школа боевого духа. Школа боевого духа. Тимур старший тренер, он поможет во всех аспектах. Начиная от психических, психологических, извиняюсь, заканчивая физическими. И ребята тоже, да? У Абубакра свой зал, Роберт тоже тренирует сейчас. То есть к любому из нас, из них точнее, можно прийти и заняться им. То есть они не просто действующие все ребята, бойцы. Они и тренера, и... да, они и бойцы, они, вот Тимур также представитель федерации, так что... Все многофункциональные люди. Спасибо. Спортивных вам успехов, конечно же. На этом программа «Союз нерушимый» завершается. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.